А сейчас подробности. Итоги социально-экономического развития Лидского района за 9 месяцев подвели участники заседания районного исполнительного комитета. На нем присутствовали заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Валерий Мицкевич, заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Олег Курилин и заместитель председателя Гродненского облсполкома Виталий Невера. На заседании были проанализированы результаты работы в разных сферах деятельности. Как было отмечено, за 9 месяцев в регионе выполнены все целевые показатели. Но вместе с тем предприятиям и организациям есть над чем работать. Главой района Сергеем Ложечником поставлена задача до конца года активизировать работу, чтобы выйти на доведенные годовые показатели.